Всем привет! Многие зрители задаются вопросом, чем же закончится сериал «Бедная Саша». В финальных сериях мы увидим, как Саша приезжает к Роману в тюрьму и сообщает ему о похищении ребенка. Саша убеждена, что ее сына украла Катя. Она просит вернуть сына, но Роман отвечает, что Саша больше его никогда не увидит. Нина Николаевна собирается уехать вместе с Катей, но Саша звонит ей и просит о встрече. Белоусов связывается с Михаилом, после чего они отправляются на поиски сына Саши. Нина Николаевна требует от Саши, чтобы она отказалась от ребенка. Но та настаивает, что ей нужно увидеть его. В обмен на письменный отказ Саше дают подержать сына на руках. В доме появляется Борис Иванович, но Нина Николаевна направляет на него пистолет. Белоусов говорит Нине Николаевне, что Саша его родная дочь. В этот момент появляется Михаил, которому удается выбить пистолет у Нины Николаевны. Нана успевает выстрелить, и пуля попадает в Сашу. Проходит некоторое время, у Михаила и Саши свадьба. Они принимают поздравления от гостей. Катя полностью поправилась и тоже приезжает с поздравлениями. На этом сериал «Бедная Саша» заканчивается.